Привет. Альбиночка, спасибо тебе, кстати, за репост. Вот. Благодарен. Вот. Провел за 2 недели. Сашка, здравствуй. За 2 недели провел первую тренировочку. Полноценную. Вот. Ну, еще не закончил. Мы еще очень слабы. Вот. Завтра планирую вторую сделать. Вот. Надеюсь, втянусь. И все-таки у меня начнется нормальный ЗОЖ. То последние 2 недели я стираюсь просто в порошок. Блин, какое дурацкое сравнение. Но все же. Так. Работаю все там же. Все, типа, хороший вечер. Спасибо, взаимно. Работаю все там же, но у меня сегодня выходной, сегодня вчера был. Вот. Восстанавливаюсь потихонечку, потому что, конечно, бессонные ночи, они делают из человека слона. Вот, что-то вроде того. Поэтому, Леночка, здравствуй. Как-то я вот на тренировочке. Короче, если у вас есть возможность, то лучше вести дневной образ жизни, потому что я чувствую, как ночь. Мари, здравствуй. Я чувствую, как ночь забирает силы просто все. А что еще? Кто-нибудь знает? Открыли границы? Нет? Красавчик, работаем. Спасибо большое. Умничка, заряжаешь. А я надеюсь, Леночка, я рад, если это так. Сам обожаю себя мотивировать чем угодно. Лишь бы какой там мотиватор. Виктория, здравствуй, дорогая. Вот. Лишь бы какой-то мотиватор. Главное, чтобы был. Вот. Сейчас отработаю. Караван Лаунж Бар. И поеду к другу на студию звукозаписи. На самом деле у меня есть одна из таких, как бы, не знаю, желаний. Это не то, что мечта. Это, наверное, больше какая-то такая цель. Она, при этом, не обязательная, но все же. Я хочу какую-нибудь песенку сочинить и записать. Вот, сейчас буду с ним об этом говорить. Вот, если он это поддержит и будет работать со мной, то... Может быть, что-нибудь и создадим. Вот. Сейчас есть какое-то время на выходных. 2-3 дня в неделю я смогу уделять еще каким-нибудь занятиям, типа хобби. Хобби. Вот. Посмотрим. Фух. Так, надеюсь, никого не пугает мое дыхание. Я по-другому не могу. Немного привет. Караван Лаунж Бар. Мы из Краснодара. Наверное, на спорт. Привет. Что еще? В таком стиле твоя музыка. Леночка, я меломан. У меня все. Люблю слушать все, в зависимости от настроения и места. Допустим, в тренажерном зале у меня рок, больше металл, что-то такое. Клубы, клубничка дома. Я люблю лаунж или что-то вроде того. Как твои плечи. Привет. Привет.
Нет, не болят. Помню, помню. Помню. Ты там не сильно промокла в бассейне? Меня предупреждали 100 раз, чтобы я тебя не намочил. Вот. Я думаю, что мои плечи выдержат достаточно много. Вот. Как у тебя дела? Как прошел день рождения? Вот. Так, по поводу музыки еще раз. Слушай все, Леночка. Абсолютно все. Ну, есть некоторые, конечно, направления, которые я слушаю реже, чем все остальное. Но я не категоричен. Как дела? Как жизнь молодая? Дела нормально, но у меня уже, наверное, начался подростковый период, 33. Это уже не молодой все-таки. Вот. Все уже дается тяжелее. А, записываться. Я понял. Знаешь, я не знаю, я думаю, что это вроде как... Я хочу совместить... R&B и электронную музыку, типа минимал или что-то такое, или техно. В общем, чтобы это можно было слушать в клубе, чтобы это было более такое подвижно. Вот. Нет, я совсем не вроде, ты меня сильно держал. Спасибо тебе. Да не за что, не за что. Я рад. Рад, что все было весело. Честно говоря, волновался, потому что бассейн... дно такое не сильно... как сказать, оно немножко скользкое, поэтому я... Не знаю, мне кажется, пальцами цеплялся за этот линолеум, чтобы случайно не упасть. Поэтому слава богу, что все получилось. Вот. Что у нас дальше? Максим идет мимо меня. Все, Макс? Макс, все? Заканчиваем? Фу, ну что, я вас целую, обнимаю. Берегите себя. Питеру большой привет. Да, было бы смешно и в то же время грустно. Берегите себя. Не снимать тебя? А вон, мой напарник, ракета. Все, желаю вам хорошего вечера, спокойной ночи и все нас в связи. Целую.